Ничего себе. Это у тебя опять. О, давай, давай там. Поклевка. Конец. Аж колокол слетел. Пошла жара. Ух ты. А, нет, твоя, да, давай. Вот это даю. Ну, пока, вот это я вынимаю, уже крупнее, красавчик. Петька, это, убийца головлей. Давай. Поклевка, блядь. Всем рыбакам привет. Вы на канале Жажда Поклевки. Сегодня мы очередной раз выехали порыбачить на леща с Петром. Петр, поприветствую. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, лайкосики не забывайте. Потому что Петр сегодня самого крупного леща поймает, друзья. Да, и у нас получается, я буду ловить на прикормку такую, которую сам сварил, и туда добавляю, значит, покупную Дунаев. А Петр будет рыбачить чисто на свою. Дедовский способ. Да. И посмотрим, кто больше рыбы поймает. Никакого Сколько Дунаева. У тебя там эта удочка-то? Четыре удочки. Четыре удочки. Везде разные кормушки. Мы загораем лучше, извините, в неглиже, как говорится, да, Петр? Везде разные кормушки, везде разные крючки. Будем пробовать. Да, 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 да. Так что оставайтесь на канале, не переключайтесь. Посмотрим, что из этого получится. В общем, что, там удочка стоит. Далее еще у Петра одна будет тоже с кормушкой. Далее на живца. Здесь удочка, здесь. В общем, короче, у нас удочек, наверное, 7-8 точно. Посмотрим, а вдруг вообще клевать не будет, да? И такое может быть, и такое может быть. Ладно, посмотрим. Ну, что тут? По прикормке, как всегда. Видите? Шино, горох. Перловка, фракция крупная, плюс я сюда немножко такой пылящей прикормки добавил. Здесь какие-то свиньи отдыхали, оставили всяких банок, накидали, ну типа сжигать, наверное, да? Натянули тент, вроде должен был быть дождь, но его пока нет, но на всякий случай. Здесь сейчас палатку установлю. Петр будет спать на этом, как на раскладушке. Он раскладушку себе купил и в спальнике. Так что нормально все. Давайте, друзья, включусь попозже. Попозже включусь. Петр вот решил немножко, блин, убрать мусор за какими-то там. За свиньями. Да. Если кто будет смотреть этот ролик, не узнает себя, ребят, вы не обессудьте, конченые люди. Как есть. Ну да уж, ладно, там стекло, да, там это легкое все. Тяжело забрать с собой. Да ладно, мы заберем что. Нормально все. Красавчик, братишка. Потому что мы сейчас здесь будем костерочек мутить. Пловчик делать, да? Да. Поклевка. Конец. Аж колокол слетел. Но походу не есть кто-то. По-моему. Или нет? Поклевка была. Да. Да, жди, надо с такими поклевками вообще. Куда колокол-то улетел? В воду, что ли? А, вон он. Вот там, по-моему, кто-то есть. Есть, есть кто-то, братишка. Так, я сейчас куда-то буду выводить, наверное. А кто там, интересно, с такой поклевкой? Голавль, может быть? Да. А, это забагрилась она еще. Густерка. Да. Она, видишь, забагрилась. Крючки очень острые, новые. Ну что, с почином, как всегда, густера у нас.
Нафигеть, густеран на такие крючки, да? Да. Да, густерку можно и подсолить будет. Хорошим. Но можно потолще. С почином. Ну, поклевка, я думал, там лещ какой-то. Первая рыбка попалась. Давайте на дальний кордон, это у меня удочка. На дальнем. Эти две на ближнем стоят. Опа. Здесь закрепить, чтобы не слетело. Ну, время расщеплять садок. Еще просушивать, конечно, надо. Что-то все забываю. Так. Расправим. Чтобы нормально все было. Петр уже за дровами ушел. Сегодня будет плов у нас. Пловчик. Камушек, как всегда, какой-нибудь надо найти. Вот этот может быть. Ну, пойдет. Пойдет. Опа. Где там густерыч? На засолочку. Опа. Пойдет на тараночку. Там есть что выпустим. Шушура какая-то. Так как там что-то обмельчало, забросил здесь. Ничего страшного, нормально. Густерка вон там дышит. Пойдемте палатку будем устанавливать.
Вот она, эта поклевочка, друзья. По-моему. Да? Есть, есть, что-то. Засел кто-то у нас. Мелочь, наверное. Может, вообще уже никого. Смотрите-ка, никого. Ну, поклевка была, сами видели. Странно. Друзья, очень мало сегодня по походному все. Стол забыли. Поэтому все на камушке. Ну, в принципе, что, нормально, вот столик такой. Я тут укрепил, вот, чтобы ровненько все было. Оп, досочка держится, держится. Все по фэншую. Нож чуть-чуть обеззаразить. Свининку будем нарезать. Опа, рожек. Так. Где у нас там свининка? Ты ее где брал? Волос, который ты вчера еще сказал, надо убрать. Не знаю. Блин, надо вымыть его. Очень мокро. Ну-ка, я пока потелочку примеру. Давай, давай. Высоко? Да не, нормально. Мучка. Да если что, опустим это. Как она держится? Держится. Сам котелок. Держка. Ну, нормально. Все держится вообще. Все, отлично. Красава, братишка. Точно не надо ниже? Да не, не надо пока. Смотри, какой костер будет. Просто если ниже, блин, вот тут вот она не втыкается больше. Да нормально. Нам надо будет на этом, на мелком огне все готовить. Может, камушки положить ровно на эти, да? Камушки сделать не надо. М? Камушки. Как же? Плита будет, жар потом даст. Ну, сюда вот. Камушек какой-то ровный найти. А, ну, да даже не знаю, а есть смысл-то? Да не, наверное, не надо. Лучше сбоку туда что-нибудь положить. Тут нагреть, камушек. Все, свининка. А, высушили немножко. Опять эти запустили свои эти качалки, блин. Аж раздражает. Вот такие вот ровненькие. Начал свининку резать нашу. Все скользит неудобно, ну что поделать. Опа, поклевка. Ух, 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 ух ты ж, ух ты ж. Что-то как будто опять все слетело. Странно. Мелочь. Ну так бьет, блин. Ну она тянет просто этот кончик сам, кормушка скользящая. Она засало пытается натянуть. Ну может быть. Опять ничего. Ну да, здесь крючки большие, друзья, стоят. Надо, короче, просто, наверное, ждать дополнительного характерного, когда или если лещ сядет, то он стопудово увидит. Все на месте. А, ну да, он, наверное, целый обсос. Ладно. Сейчас я порежу сначала. Продолжаю резать наше мясо, свининку. Опа. Есть. Есть. Почти дорезал свинину вот такими кусками, друзья. Не маленькими, не крупными, средними. Просьба всяких там суперповаров там. Да это не плов, это каша. Это все понятно.
Ну, комментарии оставляйте, пожалуйста, при себе такие негативные. Это всего лишь походный плов. Тем более у нас котелок не чугунный, такой походный, алюминиевый. Что получится, то получится. Ну, я думаю, получится вкусно. Мы еще приправку специальную взяли. Для плова прям. Барбарис, перец, еще какие-то там травы. В общем, огонь будет. Все, свининка готова. Сейчас морковочку, лучок. В общем, пока перекладываем. Сюда свининку. Лоточек в чистый. Опа. Пока Петр костер сейчас начнет разжигать. Закинет удочки до конца своей. Все. В этом лотке никуда не денется. Опа. Что-то не хочет закрываться. Все, закрылось. Есть. Буду чистить морковку, лук. Снимать это не буду. Сниму, как режу все. Костер. Сейчас костерок разгорится, чуть побольше дров подложим. И Димка будет готовить плов вкусный. Да. Будь добру. Сейчас соломкой я нарежу. Соломкой. Стараюсь. Опа. Опа. Соломкой. Оп. Оп. Опа. Есть. Даже вот это тоже можно. Я тоже, видишь? Чуть-чуть штучка есть. Чё там? Чесночок. Братишка, это не работает, поверь. О, Алексей вон ловит и просто. Костерок потихоньку разгорается у нас, да? Соломка. Отлично. Подсолнечное масло наливаем. Ну, хорош, наверное. Еще чуть-чуть. Есть. Сейчас свининку будем обжаривать. Давайте мяско наше выложим. Пошла жара. Что, клюет? У тебя? Отлично. Иду. Давай, давай. Я тебе посмотрю, как дергает. Ну чего? Мелочь?
Ты вот сюда уводи. Потому что видишь, он тебя уводит. А, сапа. А не, густерыч, да? Или подлещик? Или это густера такая? Тихо, тихо, тихо. Бери, подлещик. Ну. Ну как такое? Ну-ка, покажи телезрителям. Красавчика. Хорош, с почином. С почином. Я дальше готовить я туда. Морковочку дорезал. Опа. Опа. Костерчик чуть потух. Но ничего страшного, так лучок. Покрупнее тоже. Как всегда. Опа, есть. Чтобы все это не свалилось. Опа. 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 Сейчас рис промою. Заливай. Прям полностью что. Я думаю, он и не грязный особо. Да? Ну да, такой вот. Плюс-минус. Ой. Рисок наш промоем. Да, в принципе, рис это вполне килограмм сюда. Да? Можно. Чем иголочкой, крючком там попрыгать. Да ладно, сейчас как-нибудь что-нибудь сделаем. Чуть-чуть. Все, друзья, второй раз залили рисок, промыли, считай. Сейчас все стечет. Удобно в пакетике, хоп. Иголочки. Поджарилась уже родненькая. Ай. Друзья, первый раз плов готовлю в этом замке, да и вообще. Ну, всему когда-то приходит время. Так. Все-таки, мне кажется, уже пора добавлять наш лучок и морковочку. Опа. Есть. Сходи, набери водички потом, ладно? Угу. Только ты прям вот туда, прям за этот. Да я в спагат. Где глубь? Не, не заходи. Наведешь сразу муть. Ну, я зайду так, чтобы наоборот оттуда набрать, а муть сзади меня будет. Ничего себе. Это у тебя опять, братишка. У тебя точка какая-то рабочая. Давай, давай. О, давай, давай, там. У тебя леска, да? Давай, 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 секи, секи, братик. Ну, лещок, наверное. А у нас этого нету, да? Ну ты аккуратно выводи, если что, я возьму сейчас. Ну что-то такое. Есть, да? Красавчик. Серьезно. Горит здесь камера? Раз. Да. Все, знаешь, записывай. Вводит. Ты вот так вот выходи и аккуратно прям я сейчас. Что там? А, нет, это... Голавль, братишка.
Да ловлю. Без головля на этом месте вообще никогда. Давай. Все, клади удочку. Удочку. Такой. А он, видишь, и там зацепился. На сальце. Сало любит. Ну-ка, давай, показывай. Сало. На солнышке. На солнышке, как он. О, красавец какой, да? Друзья, лайкосики ставь, не забывайте. Петр Красава 2-1 но, выигрывает. Но мы его отпустим. Да, отпускай его, он нам не нужен. Кому-то нравится. Из него котлет, говорят, вкусный. Пузатенький такой. Давай, пускай. Ну, голова всегда нам на это место проплывет. Поплыл, родненький. Ай, красота. Друзья, вы посмотрите, какая погода. Это просто. Если бы не эти моторы, это была бы тишина. Это скоро будет закат солнца. Вообще рыбка поклевывает. Красота. Казанчики там. Кушанье наше. Готовится пловчик. Походный. Петька облавливает меня. Ну я потому что на леща сразу, братишка. Ты же знаешь. Я чуть-чуть сразу посолю. Соль, правда, у меня мокрая. Вот столько, наверное. Опа. Оп. Солюшки. Потом еще сверху риска посолю чуть-чуть. Приправа специальная. Сколько ее добавлять, не знаю, но так. Тоже добавим. Ну все, хватит. Оп. Красота. И лавровый лист. Гость нашей программы. Много не будем. Оп, раз, два, три. Можно еще четвертый лавровый лист бросить. Братиш, что там, запах есть? Ну, так, это все убираю. Наши приправки. Ну. Парень. У тебя есть тряпочки? Ну, ты в самый последний момент просто. Опа, оп, о, давай. Она постиранная. Красавчик. По-любому. Я не знаю, много приправы не стал добавлять, да? Ну еще, наверное, добавим сейчас. Сейчас добавим еще. Кладу наш рис. Равномерно. Так, на, мусор, братишка. Так, равномерно надо сейчас. Равномерно. Плов просыпай, да? Оп. Оп. Так. Вроде равномерно. Зальем сейчас водой. Зальем водой. Опа. Лей, лей, лей. Лей, 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 не жалей. Видите, друзья, надо обязательно вот так заливать, чтобы рис оставался на месте. Посмотрим, что из этого выйдет. Сверху 3-4 сантиметра над рисом надо залить воды.
О! Пошла жара. Чуть-чуть осталось. Сейчас стой, выровни чуть-чуть погори. Оп-оп. Оп, давай. Продолжай. Хорош. Все, ну, вроде все. Теперь накрываем крышкой. 15-20 минут на медленном огне. Опа. Ух ты. А, нет, твоя, да, давай. Вот это дает, да? Давай, давай, сниму. Все, не ты рыбачишь, братишка. Ну чё? Ну какая разница, главное, что клюет. Может, опять головы? Какой еще не сюда, кстати. Он водит. А уж сильный удар, либо лещ. Тихо-тихо, смотри, он тебя как водит. Головы. Давай, да, смотри, какой здоровенный. Вводи еще больше. Ух. Давай, 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 вообще хорош. Такие в ези бы клевали. Смотри, а ты говоришь, вон я тебе подогнал крючки и матер, он даже в глаз шлем вошел там. Держи за жабры, то он сейчас брыкнется, ты себя насадишь. За верх обычно. Да насало стопудово. Либо пшеница, кстати. Пшеница, наверное, что ты еще кроме соуса насаживал? Он пшеницу-то любит. Ну, пока вот это я вынимаю, уже крупнее, красавчик. Петька, это, убийца головлей. Давай, выпускай его. Ези бы такие клевали. Хорош. А ези они ближе к осени, по-моему, и остались ли они здесь. Мне там слышно было, поэтому. Вон, смотрю. Вообще аж дым поднял в воде. Красава, братишка, 3-1, 3-1. Все-таки рабочий твой прикорм. И дунаев никакой не нужен. У нас тем временем, смотрите, какая красота. Ну, для тебя старался. Ну да. Нормально стоит, кстати, это на водном борде. И клюет еще, да? Не-не, сейчас, по-моему, моя. Посмотрим, что там. Есть что? Нет. Ну, вроде кто-то подсел. Вроде кто-то. Да фиг знает. Ну, небольшая. Там кто знает. Или вообще никого опять. Да не, есть кто-то. Сапа. Да не, маленький. Насал и два опарыш. Таких мы отпускаем. Плыви. Фига он тут нагнал волн. Что будем перезабрасывать? Перезакидываем, сейчас как раз пловчик уже приготовится. Ну, залещем.
Слышно? Кушок гоняет тут мелочь. Все, так вот, как настоящий. Опа, еще 5 минуточек потомиться. Опа, друзья. Чик. Ждем 5 минут. Дадим настояться 10 минут и будем кушать. Друзья, пойдемте кушать плов. Посмотрим, что там получилось у нас. Вообще красота. Копнем. Смотрите, рис получился хорошенький, разваристый. Значит, ни в чем не ошиблись мы. Опа, вообще. Мяско. Смотрите. Так что, друзья, всем приятного аппетита. Мы сейчас будем с Петром кушать. Все, не забудьте поставить лайкосик. Что-то там ловит тоже, питается чем-то. На лодке стоит. Уточка плывет, говорю. Уточка в прямом эфире. Ну что, он на камеру хоть сыграет что-нибудь? Может, нырнет там красиво. Давай, родная. Да, да. Дрейфует. Дрейфует. А что так делаешь? Уплывать. Хоп, все, в закат. Туманчик такой. Точнее, дымок. О, огурчик. Красота. За зону такую, кто клюнет сом. Давай, братишка, я верю в тебя. Ради контента. Да не, она большая. Да, она отличная. Она отличная, братишка. Давай, хлопай ее. Она такую маленькую. Да какую маленькую? Такую всех самов берут, самых здоровых. Бери ее, она сейчас упрыгнет стопудово. Ну, понятно. Ты супер резкий просто. Всем добренького утречка, сейчас ловить начинаем. Время около 6, наверное. Поспали немножко. Так что посмотрим, будет ли лещ сегодня в прилове или нет. Не переключайтесь, друзья. И еще раз, всех с добрым утречком. Ну что, начинаю перезакидывать удилище. Забил кормушечку. Два куска сала и два опарыша. Давайте забрасывать. Что, выйдет сегодня лещ, не выйдет? Хрен знает. Я думаю, что должен. Куда он не денется? Ну, здесь
Сейчас живчик поймаем сюда. На эту удочку на живчик забросим. А вдруг? Сейчас два фидера перезаброшу тоже. Ничего себе. Поклевка, блядь. Первую поклевку, друзья. Ну что-то кто-то есть. Ну и кто же там? Там Алексей. Тихо, 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 друг мой. Фу. Ну, вот он первый Алексей. За нижнюю губу. Опа. Подняли. С почином утренним. Братишка. Седьмой час уже. Давайте в садочек его. Ох, красавчик наш, да? Килограммчик, наверное, килограммчик. На сало. Ой. Не помню, два сала я здесь одевал. Или кукурузу. Сейчас сало сюда наденем. Посмотрим. По-моему, два сала здесь было. Ну что, залещем на трешку. Огонь. Опа. Залещем на трешечку. Братишка спит, как всегда. Говорит, леща ловить буду. Леща, говорит, ловить буду. Короче, такой он щематолог. Ну а мы проснулись, вот и лещечка поймали, как говорится. Уже не зря на рыбалку сходили.
Че, я поймаю сегодня живчик-то, нет? Где под каменчик-то весь? Поймал живчик, сейчас забросим. Опа. Да, дендробена, конечно, сегодня не работал, друзья. Вообще не по клевке. Ну его всего и съели тут даже, я смотрю. Так. Где там наш живчик? Опа. Есть. Давайте забросим. Чем черт не шутит? Может, какой-нибудь судачок, окушок клюнет. Опа. Так, между камнями устанавливаю чих. Все, ждем. Ну что, друзья, время попить кофейку. Сейчас. Опа. Распалим огонек. Поставим чайничек. Аккуратненько только. Сейчас чуть прогорит. Куда поставим-то? Ох, что-то пламя прям. Сейчас утихнет. Опа. Опа. Все. Сейчас водичка закипит. Кофейку бахнем. Красота. О, братишка, настоящий рыбак. Чисто на чиле. Утром, говорит, 4 рыбачить буду. Я понимаю уровень. А мы кофейку бахнем с сахарочком. Опа. Так, ладно, только чтоб сейчас... Конструкция наша дровяная не развалилась. Опачки. Хорошая. Есть. Есть такое дело. Monarch Gold. Три сахарка, опа. Все.
Что там с водой? Ну, скоро закипит чайничек. Тем временем мотор, как всегда, работает. Доночки наши молчат. Один вот лещик пока нас порадовал только. Там Алексей выше пришел, стоит, рыбачит. Так что все в ожидании леща. Опа. Трофейного бы какого-нибудь взять на трешечку. Солнышко пытается проявиться сквозь тучи. Так, все, закипел наш чайничек. Опа! Давайте, опа, зальем кофейку. Кофейком запахло. Ну что, друзья, давайте за леща выпьем и ваше здоровье. О, сладенький такой, четкий получился. Ой. Молчат все удочки. Пока не клюет, надо кукурузку порезать. Сейчас буду добавлять, приманивать резаную кукурузку. Все равно она пропадет. Хоть подкармлю, может, лещ подойдет. После того леща вообще не поклевки. У Лехи тоже по нулям. В лодке, смотрю, тоже особо не вытаскивают ничего. Печальненько сегодня. Наконец-то! Кто там у нас? Бля, Леха! Это ты, походу, зацепил! Да не пойму. Но мелкий. Или никого. Никого, походу. Никого. Но уже хороший знак. Поклевка у братишки. Ну да, наверное. Ну все, никого? Да не, есть тот, он водит. О, густерочка хорошая, смотри-ка. Хорош. Ну да, да, что нормально. Снайперы. С утренним почином. С обеденным, может, братишка. Да. Ну а мы ждем леща. Сейчас вода идет. Друзья, в общем-то мы собираемся.
сегодня улов не особо. Один лещик и мелочевка. Ну ничего страшного. Отдохнули, посидели, покайфовали. Еду приготовили. Буйная. Петя сейчас покажет. Улов. Ну лещик хороший. Пойдет. Килошку с копейками точно, да? Сейчас мы, кстати, взвесим, я все взял. Да ладно. Давай. Я только за, мне интересно даже. Только смотри, чтобы он не упрыгал. Он еще может спиртануть. Ну давай, неси весы. Ну вот подлещик. И две густерочки. Ну пойдет, от нуля ушли уже, красота. Лещик хороший. Еще голавлик отпустили. Ну да, и голавлик отпустили. В этот раз Петька забирает себе всю добычу. Покоптит леща. Угостит рыбки кого-то там. Соседу заказали. Красавчик, давай, тащи весы. Лещ на 1,330 кг, друзья. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Почти полторашечка. Диман взял своего леща. Супер. Ну а кому понравилось видео, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди будет много-много всего интересного. Поедем в следующий раз на другое место, у нас тут задумка. Будем там пробовать ловить. Все, всем удачи, всем пока. Уже собираемся, а братишка все неугомонный. Густерыча поймал напоследок. Ну нормальный, тараночный, да? Ну-ка. Ну, хорошая густерочка, он плотненькая. Красава, братишка. Да это все потому, что ты рыбанутый.